О, нет, нет, стой, терпи, только не на ковер. Вот, хороший чистый подгузник. Привет, парень. Эй, ты издеваешься? Ну все, посмотрим, как тебе понравится. Ну, кто смеется последним? Моя домашняя работа почти готова. О нет, я сделала ошибку, мне нужен ластик. Пожалуйста, дорогой, как долго ты была здесь? Я всегда буду рядом, милый. Как здорово, я выспался. О, печенье и молоко, но мне нужен стакан. Где они у мамы? Пожалуйста. Стоп. О, привет, Джаред. Как-то это странно. Что-то мне расхотелось печенье с молоком. Ты выглядишь очень красиво, Наоми. Ты такой романтичный. Вау, вот и он, мой первый поцелуй. Это что, твоя мама? Мам, а за розу спасибо. Мой маленький мальчик вырос, нужно запечатлеть момент. Думаю, это тебе. Спасибо. Я это раньше не видела. Ха, классика. О, привет, только посмотри на него. Он такой милашка. Давай, ну же. Кажется, нужна новая щетка. Можешь помочь? Мам. Он такой смешной. Эй, мам. Воу. Откуда сквозняк? Серьезно? Никакой реакции. Тут нужны экстренные меры. Опять ничего? Ну хорошо. У меня твои конфеты. Не-не. Погоди. Что? О, это реально сработало. Мне нужна твоя помощь, мам. Окей, иди сюда. Надеюсь, это не прикол. Дай мне это. Ты такой проказник. Что у тебя в волосах? Именно об этом я и пытаюсь сказать. Не могу поверить, у меня выпал зуб. Надеюсь, зубная фея придет за ним. Да чего интересно? Упс, надо выключить свет. Пора, баньки. Я слышала, что здесь для меня зуб. Мне нужна волшебная палочка. Ага, а вот и зубик. Я это сохраню. Где же деньги? Положу это под подушку. Нет, мамочка, я не хочу идти в школу. Только не просыпайся. Ух, чуть не попалась. Это была зубная фея? И все? Я с этим разберусь. Алло, зубная фея, тут какое-то недоразумение. Зубная фея передает извинения. Вот так, сюда. Хорошо. Довольны? О, совсем другое дело. Я помогу разгрузить. Все это за один зуб? Воу, готово. Спасибо за помощь. Вы это заслужили. Пока. Пока. Все самое лучшее для моего мальчика. Ничего не пожалею. И тогда вампир прокрался в комнату. И мама победила его благодаря приемам карате. Апчхи! Надеюсь, это не сопли. А? Это что, зуб? Воу, отпад! Минутку. На этом можно заработать. Молодец, Лем. Спокойной ночи, мам. Я слышала, у кого-то есть для меня зуб. А, он такой милый. Где тут зуб? Вот он. Думаю, это честный обмен. Нам нужно поговорить. Что такое? Вы кто? Отдавай добро. Ладно. Неплохо. И остальное. Давай, а то крылья мне сдобровать. Давай еще. Мила, я могу стать принцессой. Ладно, иди отсюда. О, спасибо. И не возвращайся. Зубная фея хорошо тебя одарила. Этого должно хватить. А, такой милый. Ух ты, как увлекательно. Вот так, кушай яблоко. Умничка. Нельзя, чтобы Джаред меня увидел. Мне пора идти. Он меня не заметил. О, нет, он забыл сумку. Без паники, мама все исправит. Оу, я этого не знал.
Где моя сумка? Она точно не за спиной. О, нет. Оставлю здесь. Нужно за ней вернуться. Что? Моя сумка? Как она тут оказалась? Ничего не понимаю. Ну что ж, главное, она здесь. Это так странно. Я тебя выручила, милый. Миссия выполнена. Кажется, все собрал. Мам, я пошел в школу. Мам, где же она? Мам, ты здесь? Эй, мам! Мамочка! Мам! Упс, не понимаю. Мне нужно идти. Ух, ну и денек. Что? Мамы все еще нет? Нужно ей позвонить. Ну же. Вот это жизнь. Привет, дорогой. Ты в отпуске? Тебя плохо слышно. Пока. Надо заблокировать его номер. Пора мне заняться загаром. Но, мам, магазины одежды – это скучно. Чепуха. Так, посмотрим. Выглядит мило и элегантно. Джаред, примерь вот это. Ладно, мам. Давай. Ты уверена? Ладно. Как я выгляжу? Очень симпатично. Отправлю это твоей бабушке. Знаешь, и правда удобно. Мне нравится, мам. Что ты об этом думаешь? Неплохо. А вот это супер. Это точно мой стиль. Ну, наверное. Но, лошадка! Нет. О, ну пожалуйста. Берем это. И-ха! Мне понравилось покупать одежду. Спасибо, мамочка, ты лучшая. О, я так много потратила. О, пора вставать. Я так хорошо выспался. Думаю, надо собираться. А? Откуда взялась эта дырка? Так не пойдет. Что еще у меня есть? Юбка? Где мои вещи? Мам! Столько сладостей! Мам, у меня дырка на футболке. Мам! Извини, они такие вкусные. Думаю, я смогу что-то сделать. Здесь ничего нет. Ну, хотя бы попробовала. Минутку, ну конечно. Как ты это сделала? Постой. Смотрится здорово. Ну, вроде того. Вот именно. Так держать. Чипсы? Классно выглядишь. Ты просто чудо. Кажется, я влюбился. Из тебя выйдет лучший сэндвич. Можно откусить кусочек. А! Простите, мистер Акула. Мне есть хочется. Нужен перекус. Проверю холодильник. Там должно быть что-то вкусненькое. Это будет круто. Я знаю, что нельзя. Но мне не спится. Воу! Это что, сон? Невероятно! Тут все мои любимые снеки. Сюрприз! Ешь на здоровье. Спасибо, мам. Вау. Ну же, давай. Растущему мальчику нужно есть. Не могу уснуть. О, так раздражает. Бесполезно. Я пробовал считать овец, но мне слишком хочется есть. Нужно найти что-нибудь съедобное. Нельзя будить маму. Что? Сколько сейчас времени? Грабитель! Ну все, в атаку! Ты залез не в тот дом, приятель. Это тебе будет уроком. Мам! Лем? Тебе надо в кроватку. Спасибо. Сладких снов. Мам! Развяжи меня!
Хотя, это довольно уютно. У меня глаза слипаются. Начинаем вечеринку. Мой первый гость. Постой, я открою. Это так волнительно. Подожди, ты тоже приглашен? В таком наряде? Что не так с моей одеждой? В таком виде сюда нельзя. Так-то лучше. Чуть не забыла. Возьми вот это. Можешь проходить. Нужно поддерживать статус. Это будет прикольно. Привет, Лиам. Ух ты, это для меня? Спасибо, мамочка. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Не могу сдержать эмоции. Открою свои подарки. Вот так, тихо. С днем рождения! Мам! Просыпайся, именинник. Это тебе. О, мам, спасибо большое. Воу, вот это да. Спасибо, это просто идеально. Тут еще и открытка. Что? Мам, меня усыновили? Видел бы ты свое лицо. Выложи это в ТикТок. Окей, отдай мне коробку. До скорого. Не могу поверить. Нужно было ожидать чего-то такого. Мама в своем репертуаре. А чем вас радует ваша мама? Напишите в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе отпадных новинок.